Привет, привет. Наконец-то мы познакомились. Эпатаж! Ты сделала работу над ошибками. Здорово, бандиты! Ну что, друзья, начало недели, а это значит новый выпуск. В этом выпуске у нас много красоток, Николас Кейдж и еще много-много всего. Внизу лайки, поддержите, пожалуйста, это всегда нас подпитывает и поддерживает. Приятного просмотра! Здравствуйте, Николас. Здравствуйте, очень приятно. Первый вопрос, который хотелось бы задать. Есть ли для вас принципиальная разница, в каком фильме сниматься, основанном на реальных событиях или нет? И где вы больше ответственности испытываете? True story, you have to have more responsibility. Конечно, больше ответственности, когда снимаюсь в фильме по настоящим событиям. Они пахнут детством. Выходи за меня. Хорошо, согласна. Все. Насколько мастерский пикапер просто, блядь, просто за 2 секунды, блядь, сделал предложение. Ну как, вы прям становитесь ко мне сначала спиной, потом разворачиваетесь. А ну, Петюня, Петюня, все! Помацал, женись. Я больше буду только я говорить, блядь! Это будет хуёво. Если я говорю, что вы услышали клопки, значит, вы все да. Начинаете качать. Давай. У нас, блядь, один дубль на все, окей? Нахрена они на парня шлем одели? Он композитор, он сам пишет его треки, играют в проекте, танцы, да. А вот почему ты за него держишься? Нет, я его люблю. Вам верить нельзя. Да? Это конченые твари. Любимый. Камера, ко мне. Гуляй! Здорово, бандиты! Нет, если честно, вот для меня в вопросах автообзора Давидыч равно батя. Это восхитительная машина. Это божественная машина. Это машина из будущего. Так как делал это он с такой харизмой, с такой подачей, больше никто это не умел делать. Знаете, почему я такой молчаливый? Я в восторге от этой машины. И он в восторге. Все в восторге от этой машины. И не важно, кто бы там что ни говорил про то, что он какие-то технические моменты не освещал. Какая нахер разница? Я обыватель. Я сам ничего не понимаю. Мне главное эмоции передать и мечту. А он, собственно, с крутыми машинами именно это и делал. Если честно, я всегда очень хотел сделать обзор и коллаборацию с Давидычем. Жаль, что его нет, и сейчас так у него все сложилось. Надеюсь, у него все уладится. Сейчас появилась возможность тоже благодаря каналу и благодаря вашей поддержке и того, что вы смотрите, у меня тоже доступ к хорошим автомобилям. Я не устану повторять, что она супер яркая. Ну что, посмотрим, как наша красотка смотрится с высоты птичьего полета. Пацаны, я вам так скажу. Этот автомобиль пихает хуёв в тачку всем другим автомобилям в легкую. Спасибо всем, с вами был я, Ирик Давидович. Мы поехали гонять дальше. Попробую что-то новое. Я решила сделать
Мы на видео выступаем, смотрите, сколько народу. Скажи, что так получилось? Почему особенный? Почему твой канал выстрелил? У тебя есть какой-то секрет, какая-то мания? Нет, секрета нет никакого. Во-первых, здрасте. Очень приятно, что пригласили. Никакие коллаборации не спасут, никакие деньги не спасут. Если нет интересного контента, вы его не нащупали, а именно его надо выстрадать, именно его надо вымучить, высрать кровью в буквальном смысле. Только тогда что-то получится. Спасибо, Амиран, за такие аналогии. А вот... А, меня зовут Роман, и меня интересует такой вопрос. Здесь говорили, что не нужно стесняться. Как вот вы, блогеры, перешли вот эту грань, когда вы стеснялись и вдруг перестали стесняться? Мне очень сильно помогли танцы. Ты когда начинаешь учиться танцевать, ты начинаешь работать со своим телом, и у тебя все зажатости проходят. Выходи, выходи, попробуй что-нибудь. Давай песни. Я вспомнил Билла Смита. Помнишь, он говорил, будьте сексуальны? О, вот, видишь, он умеет. Я никогда не интересовался блогингом, но когда я узнал, сколько зарабатывают блогеры, я охуел. Блять, он сидит дома, знаешь, сколько получает? Больше ляма в месяц, да? Скажи, куда вот... уходят деньги. Да, но я как бы вкладываю там, в принципе, в развитие, ну как, только качество. Ну, то есть там обновить камеру, там камера 200-300. Люди, блядь, столько не зарабатывают, блядь. Врачи, учителя, привет, передай привет. Смотрите, мои подписчики очень просили вас спросить, вот вы уже успешный, очень популярный человек, какая у вас еще мечта осталась? Что бы вы глобального хотели достичь в своей жизни? I think one day I'd like to write a novel. I'd like to write a book. And maybe direct another movie. Я хотел бы написать книгу, я хотел бы написать роман, и я хотел бы снять еще один фильм в качестве режиссера. А вы уже знаете, о чем бы была эта книга? Not yet, but probably have something to do with my life. And I don't know if I'd tell it in a realistic fashion or a surrealistic fashion. Пока еще не знаю, это будет что-то про мою жизнь. Либо это будет очень реалистичное что-то, либо это что-то будет сюрреалистичное. Вам нравится еще давать интервью и сниматься в фильмах? And the last question. Do you still like giving interviews and starring in movies? Yeah, I do. Честно? Yeah, for sure? Sure? For sure, yeah. Спасибо огромное. Thank you very much for your time. Спасибо. Сделай глоток, ведь это для тебя. Музыку громче и давай до дна. Ты же не знаешь, что дальше нужно. Давай, делай рестарт. Проживи счастливо час. Давай сейчас. Проживи счастливый час. Сделай глоток, ведь это для тебя. Музыку громче и давай до дна. Ты же не знаешь, что дальше нужно. Давай, целый рестарт. Проживи счастливый час. Я твой напиток, держись крепче. Это нормально, сравнить не с чем. В углу каблук теряет дар речи. Мои друзья обезьяны делают вещи. Сосед путает этажи вечно. А мотобратно мчится по встречной. Мажор тусит, как будто он вечный. Он как копилка, если нам всем станет платить нечем. Глаза в глаза, кто отведет первым. Дождь барабанит по моим нервам. Давай навсегда сохраним это. Сюжеты, истории, персонажи в куплетах. Сделай глоток, ведь это для тебя. Музыку громче и давай до дна. Ты же не знаешь, что дальше нужно. Давай, проживи счастливый час. Сделай глоток, ведь это для тебя. Музыку громче и давай до дна. Ты же не знаешь, что дальше нужно. Давай, делай рестарт. Проживи счастливый час. Ребята, 8 октября у Саши Текилы первый полноценный концерт в Известия Холл. Приходите, пожалуйста, мы все там будем. Ссылка на билеты для вас, друзья, специально с 20% скидкой в описании. Всех вас очень ждем! Чё-чё? Это не пей, это говно. Ну как? Так вкусно, что я с удовольствием пойду на концерт! Это хорошо. Спасибо, мой друг.
Это тоже лицемерие, шоу-бизнес. Да, они пиздились 5 минут назад. Мы хуярились. Мы вас ждем. Мы легкие. Спасибо. А то, чтобы камера запят нас, переснимать не надо? Надо. Все, переснимаем. Все, блядь, все хуярится. Как мне? Аппетита. Я смотрел твои видосы, когда еще не снимал свои. Смотри, у меня интервью. А, да? Да, можешь опустить камеру? Да. Я сейчас просто топовым блогерам задаю одни и те же вопросы. Окей, ну поехали. Первый вопрос. А в чем секрет успеха твоего канала? Слушай, чувак, я за 6 лет получил миллион. Это, я считаю, чудо успеха моего канала, что вообще он до сих пор выжил. Сиськи, коты. Да. Придумали то шоу, которого не было ни в России, ни на Западе. Соединение двух культур, сравнение вот именно культуры Америки и России. Секрет успеха моего канала, ну, во мне. Эпатаж! У тебя есть любимый YouTube-блогер? Блин. Блин, он намекает на что-то, по-моему. Вот, ну, смотрю твои влоги. Не скажу, что регулярно, некоторые пропускаю, но мне нравится. Да, я хочу сказать, подписывайтесь на Дневник Хача. Смотришь Дневник Хача? Да. И как тебе? Классно. Кто тебе больше нравится, Амиран или Олег? Олег. Это Машка, моя крестница. А ко мне приехали гости, ребята, это Дима. Да, всем привет. Это Сергей. Ребята занимаются астрологией, эзотерикой. Те, кто читает мои книги, знают, что я в это не верю абсолютно. Я законченный атеист, скептик там, да, и так далее. Кстати, очень хорошо. Люди, чтобы быть в обществе просто более быстрыми, более энергичными, ну, более, скажем так, реализующими себя на полную, то есть живущими на 100% от себя, им нужна какая-то подмога. Да. 99% вот в этом во всем эзотерическом рынке это вот такой вот, ну, как бы... Это, то есть ты согласен, что это шарлатаны. А как вот мне проверить, что вы не шарлатаны? Как мне? Мы просто тебя проведем по разным учителям. И ты скажешь, вот здесь я чувствую, вот здесь не чувствую, здесь работает, не работает. Которые вы считаете авторитетные, ну, и не шарлатаны. Ну вот опыт, да, что есть критерий, как выяснить, это опыт. То есть ты скажешь, ага, работает или ага, не работает. И мы вот таким образом, наша идея, что взять много-много учителей, много-много людей, которым, скажем, ну, остальные доверяют, и вот как бы обнажить их опыт. А я сейчас покажу, Амиран, прям как на практике все это работает. Ну, вот посмотрите, рисуй. Вот идет линия у Амирана, вот такая вот линия идет. Вот а что это нарисовал. За линия? Это линия Солнца называется, то есть это линия удачи, имени, успеха, славы, она начинается от холма Луны. Если у вас есть вот такая вот линия Солнца, как у Амирана, делайте свой блог, вы будете популярны. Тогда такая можешь линия. Мне объяснить, почему я почти до 30 лет сидел в говне? Ну, это нормально. Подготовка. Еще такой вот интересный момент. Нет, пацаны, вы меня не затащите в свои секты. Посмотрим. Короче, меня пригласили поиграть до выхода в продаже FIFA 17. Я думал, он будет какой-то стенд, еще что-то. Сейчас подъехал, чуть не обалдел. Смотрите, какие экраны. Я буду играть сначала с каким-то блогером, еще не знаю с каким, потом с посетителем. Если честно, я впервые в жизни играю вообще на таком огромном экране. Не удивлюсь, если и в последний раз это будет. Давай на отжимания, на 20 отжиманий. Умеет FIFA делать презентации, даже несмотря на то, что холодно, нифига народу. Мы играем на 30 отжиманий, проигравший отжимается 30 раз. Ты готов? Да, я. Один есть, в смысле, уже все, мы играем. Да пас, опять пас! Че, кому-то придет сейчас 30 раз отжиматься. Какая охуенная новая FIFA, просто нереал. Ю-ху! Подсказывают вообще, мажорам вообще все легко. Ой, блин, что зажать, подсказки, когда четко?
Подожди, только не пой. Привет. Привет, привет. Наконец-то мы познакомились. Наконец-то. Я тебя или снимаю, или ставлю твои песни. Ну где ж ты была? Типа раз увидели, подумали, а, ну сейчас он выступит, его уже никто не вспомнит. А потом... Как ты веришь? Бля, реально, спасибо тебе за твои треки. Реально, вот чисто от подписчиков, от нас. Чтоб ты понимал, когда мы ездим в машине, мы поем не песни Олега, мы поем песни Монатика. Да, да, потому что я на своем концерте тоже твои песни пою. Он путает. Ба, за кого болеешь? За наших? Да я ЦСКА, ты что? За ЦСКА? А вот именно, ты что? Я же и хозяйка ящика. Серьезно? Я ей-богу! Every time I let loose. Ты играешь грязно постоянно. Можешь играть чисто? Морально уничтожил. Да я не могу, блин. Да, я вижу. Top of the roster, real deal, you can see it in my posture. I feel like Leo with the Oscar. The price just changed, no sound with a costure. And I'm not an imposter. Ну, один гол ты вообще на разминке. Ну ладно, 2-0 будем считать. Я проиграл снова. Как проиграл, должен сделать. I do my own stunts, no savior. That's why you got a stunt so major. They say I go mad for the paper. I think I need a shrink and a tailor. But I do not think about failure. I'm a star, I should... Ты решил меня поддержать? Не позорится же тебе опять. Я считаю, что это не позор, когда проигрываешь спорт. Bad way and I do what I like. Every time I'm around, it's a hype. Touchdown and the crowd gets hype. Straight gas, got the whole place hype. Единство, сплочение. Когда мы вместе, мы сильнее, мы сделаем больше. Понятно? И нам никогда не нужна никакая война. То, как люди к тебе относятся, это их карма. А то, как ты на это реагируешь, это уже твоя карма. Смотрите, а вы все через карму, да, смотрите в своей жизни? Абсолютно все через карму. Но карма – это... Нет, вот вы вдвоем. Все, да, через карму. Абсолютно все смотрится. У вас есть девушки или жены? Да, да, есть? Есть невеста, да, конечно. У обоих? Да. А вот сексом тоже занимаетесь через карму? Амиран, могу рассказать. Дело в том, что каждая женщина считается богиней Лакшми. И именно женщина, она имеет... То есть женщина, она может... Да. То есть женщина, она может материализовывать. Ну, потому что как бы женщина способна родить детей. Мужчина не способен. То есть женщина может материализовывать. Ей от природы это дано. И женщина, то есть у женщины действительно столько есть силы, что если мужчина правильно относится к женщине, но у женщины должны быть именно тоже правильные мотивы, то женщина может дать энергию, может дать поддержку. Так же, как может ее и забрать. Ой, ничего ж тебе! А мы не собирались говорить. Да? А все? Я похудела на 5 килограмм. Да? Волновалась, переживала? Очень. Слушайте, ну я вас оставлю. Не надо, мы тебе пиццу заказали. Да? Ты уже устал, что ли, быть с Алиной? Нет, пока хорошо себя ведет. Да? Ты сделала работу над ошибками? А я что? Конечно, ага. Ты-то что? Сделала. И что, вы опять вместе? Да. Блять. Ты запарил, брат, ты, блядь, такой каблук, зависит, пиздец как просто. Как ты хотел, с проститутками, все будет. Да, все. Сегодня, сегодня мы тусим, бро. Ты красава, блядь. Именно этот автомобиль у меня ассоциируется с контентом, который я делаю на своем канале, с нашим настроением и с нашей атмосферой в нашей банде. Это все что-то свежее в поисках интересного, в поисках необычного, в поисках нового. И мне кажется, этот автомобиль отражает суть и атмосферу канала «Дневника Хача». Все равно все другое, здесь все супер передовое, здесь все.
все по-другому. Ты посмотри только на приборную доску. Ты сидишь, как будто играешь в компьютерную игру. Тут все по-другому. Здесь все не так, как привыкли видеть в своих автомобилях владельцы BMW. Ты бы занялся здесь сексом? Нет. Знаешь почему? Ну. Потому что я просто подрочил на машину саму. Вот если мне предложат ездить год на этом автомобиле, либо в подарок какой-то дорогой автомобиль от любого другого бренда, я выберу год поездить на этом автомобиле. Вот. Что ты очень понравился? А что, собственно, получится? Что вы от меня хотите? Ну, честно. Мы от тебя хотим как раз быть самим собой, самое главное. Будь самим собой. А вам мы хотим, чтобы ты вместе с нами поисследовал этот очень супер неоднозначный мир. Да. Где вообще непонятно, кто шарлатан, а кто настоящий. 100% того, что вы мне будете показывать, я буду говорить, что это херня. Ну, отлично. Но не потому, что типа я сейчас из принципа это буду делать, а потому что я пришел сознательно к тому, что стал более приземленным и прагматичным. И если получится хоть в чем-то усомнить меня, да, там, и я начну смотреть на это с другой точки зрения, я абсолютно честно и так же буду это говорить. Супер, собственно, поэтому мы и хотим сделать этот проект. Потому что если хотя бы на чуть-чуть мы тебя вдохновим, значит мы уже делаем все это не зря. Ну, батл, давай. Лихие! Да. Давай. Блин, ты высоко. Серые будни. Нифига себе, серьезно? Да. А завтра обязательно будет. Тихо, тебе сейчас. Твоя. Крючка разводит нас. Давай! Привет. Не думай о мне. О, привет. Как дела? Ты не хочешь сегодня здесь вместе с нами. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит. О, как жить? Кружит головы, ай да упаду. Головы, да да упаду. Спасибо огромное. Правда, вот еще год назад, когда смотрел на популярных блогеров, думал, блин, а каково это вообще, что они испытывают, какая это жизнь, как это вообще, наверное, тяжело, что они знают волшебного, как им это удалось добиться. И сейчас я понимаю, что самое главное, наверное, знаете, не получить золотую кнопку и стать популярным, самое главное – остаться человеком и удержать все это. Вот реально на это уходит очень много времени, очень много сил. Хочу поблагодарить своих подписчиков, они сейчас вот там, у Гены. Огромное вам спасибо за то, что смотрите, поддерживаете, критикуете. Это все делает нас сильнее, мы делаем выводы. В общем, спасибо огромное, и вам желаю всем успехов и каждому из вас по золотой кнопке в следующем году. Спасибо тебе. Спасибо большое. Амират, тебя золотой кнопкой. Мы все тебя смотрим и любим. Дневник! Дневник! Еще! Дневник! Сотка! Сотка! Ну вы портите все. Мы так как свингеры, а я хочу просто как педики.